Мила Васильева, художник и модельер мирового значения, член Союза дизайнеров России с 1998 года. Работает в стиле винтаж и арт-фэшн. Сегодня на тюфеле на Неве она представляет коллекцию «Диагональ времени». Для клиентов.
клиентов, которые при знакомстве со мной, они не могут остановиться на одной модели и заказывают сразу много, и получается такой ряд вещей. Да, Мила, здравствуйте. У меня есть вопрос о ткани. Вот где вы покупаете такие интересные, потому что я, мне различаюсь вам ткани. Есть такие ретро-ткани, которые подлинные, есть современные ткани, которые из натуральных волокон, как бы шелка и шерсти. Вот. И прежде чем работать, скажем, с любой тканью, я работаю, обрабатываю, скажем, специальным образом, и она приобретает вот некий такой вот тоже налет пальцем, что. А как на ваш взгляд, насколько она современна и насильна, эти вещи, вот в наши дни? Для вас как дизайнера? Ну, для меня насильно, потому что как бы наступает лето, все женщины хотят быть красивыми, независимо от возраста и положения. И на сегодняшний день, насколько как бы мне известно, что в Европе этот стиль уже давно востребован, 40-е, 50-е. И все перчатки, шляпки, сумочки, фишки всякие, все это как бы уже имеет место быть. Я вообще любительница всего того, что было в прошлом, потому что ну, видимо, как-то у меня такая особенность. Я пытаюсь найти романтику в прошлых веках, годах. Может быть, там ее никогда не было, но почему-то хочется верить, что там что-то было. Потому что